Всем, ребят, привет! Сегодня у нас очередной выезд небольшой компании. У нас Женька, Рустик и еще, как его зовут? Татарин. Ренат, забываю. В общем, ребят, приехали на одно местечко нас. Жень, на меня свети. Спасибо. Вот. Добро дали. Вот. И ночью вот решили пошурфить, потому что днем жара страшная, 35 градусов в тени. Все 40, наверное, на солнце. В общем, с разрешения местных мы копаем ночью посередине деревни. Так что пожелайте нам удачи. Надеюсь, что-нибудь интересное у нас выпадет. Смотрим. Будет интересно. Итак, ребят, пришли мы ударить по за находки. Я ничего не откопал. Вот это вот Рус помолился. Вот это тоже Татарин помолился. И находки. Показываем. Показываем находки. Ребят, не шурфим, ходим просто по верхам. Угу. 5 минут прошло. Вот, смотрите, ребята, вот находка. Это у нас вроде не видно, да? Но это у нас я датировал, это Павел Первый. И год 1798. Первый татарин. Второй татарин. Деньга. Вот такая вот ушлепанная, но ее можно выпрямить, не спорю. И вот красавица. Красавица, денежка. Денежка 1854. А, 58 или 56, но не столь важно. Интересная. А2. Сохран бодрый. Ну и вот такая вот. Наша самарская Жигули, 31 номер. Я знаю, что их многие коллекционируют и готовы выложить за них денежки. Все. Женька у нас. Борода. Ах, Акбар, помой мне, молится. Сейчас я ему налью. Женька, Акбар, Женька монет, пустой. Дед Хабар, Женька пустой. Монеты будут мои. Ну и я пустой. Мои, наливаю, вот. На Кинга фонарик одел, чтобы он не потерялся. Между прочим, татарины, вот здесь вот овраг, ребята, овраг. И татары рассказывают здесь ужасные случаи. Что здесь за овраг? Страшный, да? Трупы, говорят, находят, да? Короче, ужас какой-то здесь вот во враге. И Рустик мне прям говорит: Саня, туда не ходи. Но я и не хожу, ребят, не хожу. Ладно, в путь. В путь за находками, классно. Три монеты, зачет. Итак, ребята, ходим под луной. Рядом Рустик, он там что-то стонет. Ну-ка, давайте. О, что там? Что это? Это у нас деньга. Это у нас деньга. Красавчик. Очередная деньга. Ну, ничего страшного, ребят. Деньга, на в Африке деньга. Поздравляю. У Рустика уже, ёшкин кот, третья. Смотрите, ямка-то какая маленькая. Блин, я пока пустой. Ладно, будет. Там Женька. Там он еще один татарин. Короче, татары помолились, и им прет. Хватит бутылки жевать. Ребят, 5 минут прошло. Рустик опять. Как 5 секунд на. Смотрите, чего. Охренеть, ребят. Держись. Ты посмотри туда. Офигеть, ребят. Ты видишь, что там? Это я не знаю, что это такое. Нет, туда. Там 4-5 этажей. Офигеть. И вот обрыва. Смотрите, какая, ребята, что-то. Что-то. Вот это да, она такая увесистая. Что это такое, не знаю. Может, подсвечник. Красота. Вот это зачет. Вот про этот овраг, ребят, что-то говорили. Страх. Осторожно. Страх там божий. Не полезем. Уйди туда. Оттуда.
не полезем. Там хрень такая интересная. Ладно, будем искать свою хрень интересную. Итак, ребят, Жень подошел и принес вот такую красавицу. Это у нас маниста. Но что-то она какая-то странная. Очень странная. Вроде как медь. А должна быть серебряная. Вот такая. Это у нас что? То ли полтина, то ли что, не знаю. Полтина. А что она медная, блин? Или латунь? Здесь, к сожалению, затерта. Ну, вещь интересная. Очень да, интересно. Итак, ребят, у нас уже рассвет. Камера фокусироваться не хочет. Во. Вот здесь у меня выпала монета. Я пацанам обещал, что без монеты я не уйду. Вот она монетка. Какая-то она древняя, какая-то она совсем старая. Что за монета, датировать не могу. Может, вы сможете. Что такое, непонятно. Но рисунок какой-то проглядывается. Не знаю. Кинг у нас он только что купался, он в той речке. Петухи кукарекают. Солнышко уже поднимается. Ну, у меня пока не густо. По сравнению с пацанами, я пустой. Ладно, пойдет. Ребят, солнышко встает. И то, что ночью вы видели, вот он, этот овраг. Русик не зря нам говорил, ни в коем случае к оврагу не обходите. Потому что, смотрите, все обваливается, свежие все склоны. Кинг у меня где-то здесь спускался к воде, телепался ночью. Вот здесь вот где-то я как раз поднял, скорее всего, полушка. И ночью не было видно, что это местная помойка. Мы ходим по местной помойке. Да, смотрите, видите, сколько свежих капков. Но все как бы закопано, ребята. Все закапывали, все капки закапывали. Ладно, посмотрим, что еще помойка эта местная даст. Скорее всего, была переправа. Да, Кингу? Мой малыш устал уже. Ребят, только что вам снимал сюжет, что я ночью поднял где-то здесь вот какую-то полушку. И вы знаете, еще какая-то лабуда выскочила. Я надеюсь, что это монета. Ну, нет. Что-то типа вырубыша какого-то. Жаль, печаль. Я думал, что-то опять интересненькое. Итак, ребят, вот из этой ямки что-то цветное выпало. Кругленькое. Что за монета? Ну, это деньга. Деньга. Я даже не знаю, как ее обозвать. То ли перечекан, то ли что. В общем, кривая до безобразия. 1738 год. Вот такая вот монетка. С утра пораньше. Зачетненько, зачетненько. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, сигнал такой же, прям один в один сигнал. И вот выпала монетка. 2 копейки. 2 копеечки. Царица полей. 1814 год. Зачетная. Что-то у меня... Смотрите, какой слепок остался. Смотрите, какой, а? Красивый, да? Зачетно, зачетно. Не зря я пошел на эти склоны. Ладно, мусора много, но дают. Итак, ребят, очередной хороший сигнальчик. И это какой-то значок. Причем значочек такой, знаете, старый.
О, да это не значок, это брошь, ребята. Вот такая вот брошь. Белые и красные камушки. Причем камушки все на месте. Красота. Вот это красота. Вот это, да. Зачет. Ладно, ходим. Ходим по холмику. Брошь целая. Зачетная находка. Лучше, чем монета. Да, Кингух? Устал ты мой, красавчик. Устал, устал. Ребят, монета. Ну, я уже расстроен. Расстроен от того, что она выпала вот так вот. И вы видите, да? По всей окружности имеются запилы. Игровая монета. По размеру тут трешка Николая. Ой, но красиво. От души запилы сделали. Да? Видите, да? От души. Прям красиво. Трешка Николая. Хорошо сигналил. Ладно. Где сейчас краник самовара вытащил. Ну и неинтересно вам это видеть. Показываю только интересные находки. Итак, ребята, в общем, с нашего места нас прогнали. Рано утром, когда стали выпускать коров, барашков, к нам подошел местный староста. В общем, прогнал. Звонил он участковому, мол, сейчас участковый приедет. При нас звонил участковый, сказал, что приехать не может. Вот мы, в принципе, ему так и сказали, что мы можем участкового подождать. Начал староста. Блин, я не знаю, книжек где-то, что ли, начитался или что. Начал нам какое-то про разрешение говорить, что разрешение должно быть. Также он участковому говорил, что разрешение должно быть. В общем, я этому старосте растолковал все законы о кладоискательстве, что, мол, мы ничего не нарушаем. Вот. Все объяснил, то, что такое. Он сказал, как же он сказал, выразился. Вы что-то нашли, и вы теперь в эту деревню приезжаете. Вы какой-то артефакт нашли. Во, вот так он сказал. И теперь вы приезжаете. Как бы раскопки должны быть с разрешения. Вот. Я ему объяснил, что раскопки осуществляются археологами на местах, где культурный слой более 100 лет. Вот. Причем нужно подтвердить этот факт, что находки с вековой. В общем, я с ним единственным, что согласился, то что колхоз – это земля колхоза, на которой мы копали. Действительно, мы нарушили то, что копаем там. В общем, сейчас вот комраду зашли и употребляем, отдыхаем. Нас покормили вкусненько. Вот. Так что сейчас отдохнем, может быть, вздремнем и отправимся дальше на раскопки. На покопушки. Ладно. Вот такие вот пироги у нас вылечились. Так что ладно. Ребят, приехали вот на такой вот стан. Жарище вообще страшно. Кинг у меня, смотрите, вон там спрятался. На солнце вообще поле тает. И здесь был стан. Тракторный или что-то в этом роде. Ну, железо Рустика, железо Рената. Вот. И немножко у меня вот здесь тоже железо. Ну, ништяк, прям, знаете, около машины прям вот это вот все. Здесь вот прям около машины лемехи поперли у меня. В общем, ништяк. А вот дальше туда что-то мелочевка. У Женька там вообще чуть ли не пропущенные водочные покрышки. Ладно, жара, ребята. Жесть полная. Ребят, у нас Евгений собирается. Ночью откопал, но хочу вам показать ее при дневном свете. Цвет, смотрите, какой. В темноте мы думали латунь или бронза. Вот, потом разглядели
что это монета полтина, да, если не ошибаюсь, 1817 года. И было любопытно, краешек немножко с этой стороны где-то потерли, и это серебро, ребята. Вот единственная сегодня вот такая шикарная монета. Ай! Ладно, продолжаем металл копать. Ребят, приехали. Кинг не может жажду свою утолить. Уже пол ведра выпил, блин. Он как верблюд сейчас будет. Итак, ребят, пришло время с вами прощаться. Сегодня копали небольшой компании. Рустик, Ренат, Женька, я и Кинг. Вот на этом вся компания у нас иссякла. Жара просто не хотят. Не хотят ездить по жаре, париться. Лучше в бассейне сидеть. Вот, так что по находкам, ребята, я сделаю небольшой обзор того, чего я нашел. Ренат немножко нашел. Рустик. Ну и по металлу. Сколько у нас по металлу, наверное? Ну, килограмм 100 я накопал, блин. Ну, пацаны немножко поменьше. Вот, ну, мне просто около машины фартануло, ребят. Прям лемехи там поперли. В общем, все тяжелое. Вот, в принципе, смотрим, что мы нашли. А нашли не особо, но изюминки есть. Ребят, находки Рената. Вот такая вот, я вам не показывал, 3 копейки, 1916 год. В принципе, монета бодрая. Прям хорошая. Здесь прям как будто, блин, чищенная, да? Классная. Так, крупная монета, единственная сегодня, Павел Первый. 1798 года. Двушечка. Так, пятачок. 40-й год. Ну, не знаю. Вроде неплохой. Дальше. Ушатанная двушка. Ушатанная копейка. Ну и бижутерия. Не знаю, что это. Серьга, что ли, была. И пуговица. Вот, так что вот так вот. Не густо, но для новичка он первый раз выехал, ребята, на коп. И ему сразу дали сложный прибор. Крузер. И вот с крузером он прям это ночью прям хлоп, хлоп, хлоп. А я пустой ходил. Ну, в принципе, вот так вот новичок откопал. Ну что, ребят, сегодня не обошлось вот без таких вот кривых монет. Рената тоже такая же кривая. Деньга раз, деньга два. Он ее тоже ушатал. Вот эта вот монета интересная. Коконе, толстая, наверное, Катя или Лиза, что-то в этом роде. Вот, и в хорошем сохранчике, ребят, вот такая вот денежка. 1858 год. Прям классно, А2. И вот такая вот. Вообще шедевр. Мы предполагаем, что это подсвечник. Мы предполагаем, но вещь тяжелая. И, знаете, я не знаю, что это вообще? Не христианка. Чё-то я не знаю. Не знаю, вот этот. Старые люди знают уже. Пишите ваше предположение, что это такое, может, где-нибудь встречали. Ну, классно, классно. Все, мы уезжаем. Сейчас мои находочки и долгую путь дорогу. Ну, а по моим находкам сверхъестественно ничего не было. Жаль вот такую царь-конину. Ну, это не я ее. Вот. Чуть поменьше вот такая тоже. Таких больших я вот не встречал. По монетам. 32-й пятак. Деньга 38-й. Ну, не знаю, как почистится. 1899 год. Трешка Николая. Двушка. Царица полей. Ай, блин, слепни. Замучили.
1814. Неплохая. И вот эту монетку я все-таки датировал. Это у нас Елизавета. Ой, Екатерина. Да, Екатерина. Вот год, к сожалению, нет. И вот такая вот очередная красивая вещица. Причем с зацепом. Зачетно. Ульяновск нас встретил вот так. Ну, правда, и металл еще накопал. Наверное, 100 с лишним килограмм. Все, все, жара, дурдом. Пока.